Так, как раз в данный момент наш зеленый друг бомбит портал велосипедисты. Вот они, велосипедисты. Как мы видим, никакого присутствия живого человека нет. И футбольный мяч, портал футбольный мяч, который сейчас бомбит тот же якобы игрок. Тоже мы видим. В радиусе действия портала нету ни одного человека. Опять налицо признак мошенничества и запуска вертолета. Пойдем дальше.